Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Система на компенсации сегодня, как и вчера. Вот видите, блок питания 12 вольт, 60 ватт. Ионисторы, ребята, вот пошло, видите, подзарядка, 10 секунд. Пошла подзарядка. Опа, все, отключилось. И работает, ребята, 8 минут. 18 светодиодов. Работают 8 минут. Применяется. Давайте посмотрим поближе, что применяется. Как и вчера, та же схема, ребята, она универсальная. Только другой светильник. У того было КПД 1000, у этого КПД 4800%. То есть это система прикуриватель. Зарядный выпрямитель 12 вольт 60 ватт. 6 ионисторов, ребята, вот они. Поближе. Соединенных на панели, как видите. Методом умножения. И светильник довольно яркий на 18 светодиодов. 3 по 6. Применяется также реле Амрон. Но если вчера у нас, ребята, было 10 секунд и, по-моему, 3 минуты, то есть 1000% КПД. В 10 раз. Да, 10, 9 секунд и 90 секунд у нас было. То сегодня у нас 10 секунд и 8 минут работает. То есть побит рекорд. Побит рекорд, ребята. Как видите, система работать будет 8 минут. А потом включится на 10 секунд заряд системы. И она продолжает работать. Сейчас питание полностью отключено, видите? Вот оно. Сейчас я вам покажу индикатором, чтобы вы поверили. Видите, индикатор не горит. А также покажу, что я снимаю вилку, видите? Вилку снял. Вот, снял вилку. А продолжает гореть. И будет еще 8 минут гореть. Вот, видите, питания тут нет. А вот индикатор, ребята, сейчас, чтобы он рабочий, сейчас я вам покажу. Видите, горит. Это фаза. А вот на ноль не горит. А тут у нас, ребята, видите, ни на один, ни на второй провод ничего не горит. То есть нули. 8 минут нули и только 10 секунд запитывается система, как вы видели. А сейчас я покажу схему. Итак, схема, ребята. Светильник. Восемнадцать светодиодов. Так, вот они. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три так и шесть в длину. 18 светодиодов. Понятно, короче. Дальше. Выходит два провода. Здесь на выходе мы подключаем для компенсации 6 ионисторов. 6 ионисторов. И он каждый на 100 фарад. Каждый на 100 фарад. Далее. Ребята, мы, значит, подсоединяем блок питания
для прикуривания. То есть это схема, прикуриватель. 12 вольт, 60 ватт. А далее, ребята, мы ставим реле Амрон. Вот она. А вот сеть. На фазу. А это 0. 0. Фаза. Так. Реле Амрон, значит, подключается таким путем. Разделяет систему. То есть мы разделяем токи. Значит, даем мы 10 секунд на заряд системы. То есть. И 8 минут, ребята, 8 минут система работает на самозапитии. То есть сама по себе. Итого у нас получается КПД 8, ребята, помножим на 60. 480 секунд у нас работает на самозапитии. Разделим на 10. Точно. Разделим на 10. Получаем 48 и умножим на 100. Точно. Получаем 4800% КПД. 4800% КПД. То есть эта система, ребята, может применяться для любых мощностей. Просто меняем потребителя мощность, меняем мощность ионисторов, меняем мощность, вот, потребителя, меняем мощность блока питания. Можем применять на любые мощности. В данной мощности КПД 4800. Эта система, ребята, прикуриватель. Прикуриватель. То есть прикурили 10 секунд и 8 минут работает. С КПД 4800%. То есть на 4800% работает более. При прикуривании идет, ребята, тоже импульсный, значит, заряд, и поэтому потребление 0 ватт. То есть нулевое потребление и 4800% КПД. Вот, ребята, опять пошло, видите, прикуривание, вот, прикуривать. Оп, все. И сейчас будет работать 8 минут на самозапитии. То есть схема прикуриватель с нулевым потреблением и КПД 4800%. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального железного здоровья.